Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находятся часы Amazfit GTS-4 Mini. Сейчас я покажу вам, как измерить пульс. Итак, для начала часы нужно надеть на руку, конечно же. И желательно хорошо затянуть ремешок. Далее, что мы делаем? Нажимаем на кнопочку. И здесь мы ищем сердцебиение. Нажимаем и ждем, когда измерится. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.